Возле школы бокса в 3-м микрорайоне устанавливают современную спортивную площадку. Но заниматься на ней смогут не только боксеры, но и все желающие. Сейчас идет вот монтаж, в первую очередь, этой площадки. Впоследствии здесь должны заасфальтировать площадку, потом рекартаном ее сделать. Будет очень здорово, очень красиво, поставить ограждение небольшое. Такое для того, что, но с центральным входом для всех желающих здесь будет, конечно. И в первую очередь это сделано для спортсменов нашего вот этого спортивного комплекса, для боксеров и для жителей, детей ближайших районов. Любые виды мышц, может, подтягивания и пресс качать, кольца будут стоять. Все виды мышц могут быть разработаны. Сегодня зальют бетоном. Значит, завтра будет уже готово. На этой неделе сделают площадку асфальтированную, и все, буквально через неделю можно будет заниматься. Сейчас в школе бокса тренируется около 500 человек, в том числе несколько девочек, которые, по словам тренеров, показывают очень хорошие результаты. И наставники приглашают всех желающих в секцию бокса. Школа расположена по адресу улица Волжская, 37, бывшее здание школы номер 9.